Звонкий лай раздается повсюду. Собаки, так же как и хозяева, волнуются перед выходом на ринг. Экспертам предстоит оценить экстерьер и поведение четвероногих друзей человека. Красиво пробежать по кругу, встать в стойку и показать судье зубы. Вот что должна уметь делать любая выставочная собака. Получить высокую оценку удается только самым лучшим представителям пород. Познакомьтесь, это Боня. Ей 18 месяцев. Несмотря на то, что сенбернары являются одной из самых больших собак, они очень милые и добрые. Сегодня Боня может собой гордиться. Она получила высокую оценку от эксперта и теперь готовится выйти в ринг с самыми лучшими собаками выставки. Жизнерадостные бордер-колли Скай и Дана без труда выполняют команды хозяйки. Елена Ермолаева занимается дрессировкой собак уже много лет. Маленькая Дана еще щенок, ей всего 4 месяца. А вот Скай уже опытный пес, скоро ему исполнится 1,5 года. Я дрессировщик, и мне нужна была именно собака для работы общим курсом дрессировки, обедиенс, аджилити. То есть универсальная собака, с которой можно заниматься любимым видом спорта. Также собака очень любит детей, послушная. Участие в выставке приняли порядка 300 собак из Забайкалья, Иркутской области и Бурятии. Большие, маленькие, спокойные, активные. Каждый из них является гордостью хозяев. Очень любит детей. Охрану проявляет только на территории в ночное время. Если в дневное время кто-то залезет, будет осторожность, будет просто гавкать. Почему остановился на этой породе? Да, он вольный больше такой, охотник, сторож. Также в этот день прошли две монопородные выставки – северных ездовых собак и немецких шпицев. Екатерина Петина, Влад Шатилов, «Время новостей».